Что такое? База атакована. Так, что там? Все нормально. Задавим их интеллектом. Вооружен и опасен. Я уже за... Кому наверх? Давай, удиви меня. Приказы будут? Приказы. Не дождусь. Уже в пути. Здравствуйте, командир. А! Чего пугаешь? Выкладывай. Улучшение завершено. А я думаю, что суд портится. Штаб, я вас слушаю. А оно, оказывается, в поле-то в этом не может находиться. И что теперь? На выход! На связи. Видеосвязь установлена. А, ну что, само себя лечило, что ли? КСМ хрен? Готов! А, КСМ, может, как-то лечит. Отлично! Покатились! КСМ готов! Есть! Ура! Сверхурочные! Так, еще он бой строит. Что происходит? Да, да. Есть? Угу. Что такое? Приказывайте. Штаб, я вас слушаю.
Что стряслось? За делом? А? Ну да, конечно. Улучшение завершено. Так, ну и крейсера надо будет делать. Кто это такие вообще? Я вот не помню, что они дают. Куда летим? Месторождение минералов выработано. Сигнал получен. Улучшение завершено. База атакована. Да ничего уже не атаковано, все нормально защищено. Последнее улучшение воздушной техники остается. Недостаточно Виспена. Да ладно.
Интересно, еще тут кристаллы есть, помимо вот этих разбросанных? Надо будет пособирать. Флот вызывали? Тут их прям куча. Газ, кристаллы. Узники. Помощь вызывали? Месторождение минералов выработано. Вызывали? Улучшение завершено. Покинуть корабль! Штаб, я вас слушаю. Улучшение завершено. На связи. Флот вызывали? О, этот уже кончился. Призрак явился. Что-что? Даешь разбой. Как скажешь. Есть, сэр. Подтверждаю.
будет сделано. Впереди великие открытия. Можно попробовать. Месторождение минералов выработано. Понятно. Есть. Ядерная ракета готова. Улучшение завершено. За дело. Есть, сэр. Ладно. Понятно. Выдвигаюсь. А, здравствуйте, командир. Выкладывай. Есть. Видеосвязь установлена. Так, и один викинг. Да, командор. Приказывайте. На связи. Покинуть корабль. Как угодно. Ладно. Не торопись. Месторождение минералов выработано. Улучшение завершено. Приказ понял.
Молитесь своим богам, вандалы. Сейчас вы ответите за свои грехи. С этим кораблем не так просто справиться, сэр. Судя по показаниям приборов, он может маскировать дружественные боевые единицы и на некоторое время телепортировать противников под пространство. Вперед! За дело! Покинуть корабль! Что такое? Будет сделано. Штаб, я вас слушаю. Здравствуйте, командир. Присоединимся к охоте на Талдаримов. Приказывайте. Видеосвязь установлена. Приказывайте. Покатились. Здравствуйте, командир. Штаб, я вас слушаю. Здравствуйте, командир. Есть. Приказывайте. Неужто? Уже в пути. Готов к трансформации. Так, командир. Как угодно. Связь установлена. Приказывайте. Здравствуйте, командир. Месторождение минералов выработано.
Так, пока я это все делал, нужно еще построить. Сколько их будет? Пускай строятся. Штаб, я вас слушаю. Да, командир. Видеосвязь установлена. Покинуть корабль. Покатитесь. Приступаю. Так точно, сэр. Вместе меня. Так, и сколько их там еще осталось? Два, да? Здесь и здесь. Штаб, я вас слушаю. Флот вызывали? Курс проложен. Покинуть корабль? Будет сделано. Покинуть корабль? Приказывайте. Покинуть корабль. Покинуть корабль. Не зря ты известен как освободитель, друг мой Рейнар. Покинуть корабль. Видеосвязь. Покинуть корабль. Штаб, я вас слушаю. Плохи мои дела. Покинуть корабль. Уже в пути. На связи. За дело. Покинуть корабль вызывали? Курс пролом. Приказ понял. Покинуть корабль. Не торопись. Забираем артефакт и летим навстречу с Валерианом.
Ну, крейсер теперь есть. Так. Луна пустоты. Исследования есть. Это плюс 40 тысяч. Все генераторы. До сложности боец. Вы что, не видите? Рейнер нас продал. Нам нужно драться с Доминионом, а не работать на него. Не кипятитесь. Мы доверяли командиру раньше, должны доверять и сейчас. Как можно доверять этому алкоголику? Джим Рейнер – бесхребетный трус. Ты только тем и занят, что отравляешь всем жизнь. Да что ты говоришь? Ничтожество. Доверять можно только себе. И чем раньше вы это поймете... Ну все, довольно. Ты водишь всех за нас, да, Джимми? А при первой опасности ноги в руки и бежать. Это так похоже на тебя, да? Вспомни меня и их, твою ненаглядную подружку. О чем потом пожалеешь. Что он прав? Что я от вас сбегу? По твоей воле мы работаем на Доминион, командир. А сейчас мы летим на Чар? Тебя словно подменили. Доминион тут ни при чем. Наша миссия — спасать людей. Если зерги всех сожрут, значит, все было зря. Поэтому я возвращаюсь на Чар. Со мной вы или нет, решайте сами. Так было всегда. Вот это слова настоящего командира. Довольны? Теперь за работу, ребята. Надеюсь, этот разговор больше не повторится. И почини мой чертов проигрыватель. Помогите. Кто-нибудь. Продажа реликвий. Так, потом побазарим. Что тут?
новенького. Артефакт куда-то исчез. Что за фигня? Такого я не припомню. 40 тонн. Нормально. Наемники новые. Новости. Готов рассказать мне, что с тобой последнее время творится? Последние несколько недель, когда я помогал тебе со всеми этими разборками, я наконец почувствовал вкус свободы. Но все это катится к черту, когда ты вдруг начинаешь строить из себя героя и впрягаешься в то, на что лично мне плевать. Тогда к чему были все эти разговоры о помощи человечеству? Чем ближе мы подбираемся к этой твоей королеве клинков, в общем, дела не всегда идут так, как нам хочется, Джимми. Ты мне нужен для этого задания, Тайкус. Доверься мне. Ради нашей старой дружбы. Ладно. Ладно, я с тобой. Молодчина. Как в старые времена. Ты знаешь, к кому обратиться? Бейся. Здоровье, урон. Это неплохая тема, это чё? А, это навыки. Чего вот миражей нету? Донни Вермиллион в прямом эфире из студии UNN на Кархале. Тревожное известие. Пропал наследный принц Валериан. Да, Донни. Он должен был выступить на презентации нового крейсера Белой Звезды. Но церемонию пришлось провести без принца, поскольку он таинственным образом исчез. Правительственные источники отказались прокомментировать происходящее. Как бы там ни было, мы надеемся, что с принцем все в порядке. О, да. Ваш мальчонка в полном порядке. Пока что. Так, чё, крейсера-то вот здесь нету? Ну, как тут у вас дела, шеф? Гораздо лучше. Командир-то снова у руля? Ты наш новый друг, прекрасный принц, порадовал меня чертежами улучшенных крейсеров. Я уже провел несколько интересных модификаций. Обязательно посмотрю. Там, куда мы направляемся, нам понадобится вся огневая мощь. Крейсер. Ну прям здравая тема вот эта. Защитная матрица, что это? Короче, надо это все взять. Сорок тысяч осталось. Ну а тут что-то прокачивать ничего не охота. Турель? Я даже не знаю. Посмотрим, что за миссии. Может потом еще что-то прокачать или наемников взять. Кстати, насчет наемников я взял хоть.
Давай-ка обсудим дела. А, я его даже не нанял. Тысяч. Все еще против нашего союза с Валерианом? Мэнг стал безжалостным тираном. Но это не значит, что сын пойдет по его стопам. Я прошел с вами через огонь и воду, сэр. И сейчас я не оставлю вас. Рад слышать. Этот союз продлится недолго. До тех пор, пока мы не достигнем цели. И кстати... Хорошо вы отделали Тайкуса. Он уже давно напрашивался. Это да. Итак, сынок, у нас в руках последний артефакт. Можешь собирать игрушку хоть сейчас. Спасибо, командир. Отличная работа. Вы оправдали все мои ожидания. Думаю, преимущество теперь на нашей стороне. Хотелось бы верить. Когда мы высадимся с этим артефактом в логово Керриган, нам останется надеяться только на удачу. Не вижу повода для волнения. За вами будет вся мощь флота Доминиона. А, ну да. Так, ну до Чар идти не надо, потому что... Там уже не вернуться будет. Теперь у нас есть Один. С ним мы пробьемся на студию UNN на Кархале. Когда Один уничтожит охрану, мы пустим в эфир компромат на Менгска. Это будет самое громкое шоу за последние годы, после которого нас, вероятно, попытаются стереть в порошок. Командир, все готово к последней операции. Наступлению на главный улей зергов на Чаре. Когда операция начнется, отступать будет поздно. Проверьте готовность солдат, командир. Близится решающая битва. Ну вот, остается вот эту миссию запустить. И после нее уже все улучшения посмотреть, по максимуму сделать. Начну. Новость о нашем налете на Волгалу еще не дошла до Доминиона. Они не знают, что Одина угнали. Пришлось задействовать все возможные связи, но Одина с Тайкусом я на поверхность выгрузил. Мэтт, ты гений. Сложно представить, чего тебе это стоило. И не представляете, сэр. Я намерен прижать Менгска любой ценой. Они ведь все еще ждут Одина на студии UNN для съемок передачи. Именно. И мы их не разочаруем. Одином будет управлять Тайкус, потому что он единственный, у кого есть опыт. Он создаст элемент неожиданности, и как минимум несколько минут доминионцы будут метаться, а мы в это время нанесем удар. Точно, воспользуемся замешательством и построим базу. Командный центр для этого мы уже позаимствовали. Коварный план, Мэтт. Мне нравится. Если Тайкус во время атаки нанесет доминионцам достаточный урон, то отправить передачу в эфир будет сравнительно просто. Помните, у нас будет всего несколько минут, прежде чем доминионцы поймут, что Одином управляет Тайкус. После этого они стянут сюда все силы, чтобы остановить нас. Как бы там ни было, мы устроим Менгску веселое шоу. Пора начинать. Вот здесь, в этой миссии, должна быть какая-то секретная постройка, которую, если сломать, то будет еще одна миссия. Надо будет ее найти. Я взломал сеть службы безопасности Доминиона. Отправляю координаты их основных сил. Тайкус, можешь начинать погром. Думал, ты никогда не попросишь.
Ладно, потом этот обстрел сделаю. Сохраню.